Хайо, народ, с вами Фибоначчи, мы продолжаем прохождение Salt and Sanctuary. Так, я нашел проход, где нам можно, где тогда я не смог пройти. Теперь спокойно здесь проходим. Надеюсь, тут не просто будет мешочек. Ну, вон хотя бы тут враги есть. А, таких я уже встречал. Блин, ну в темноте бегать я тоже не хочу. Блин, по ним же долго стрелять, я забыл. Так, это ломается. Аккуратнее надо с этим быть. Умирай. Давай, факел. И это ломается. А внизу-то там может вообще что-то быть? Да нет, там, скорее всего, просто пропасть. Так, там еще один этот сидит. Ой. Ой-ой-ой, не надо меня бить. Я там наступил чутка, да? Но она не успела сломаться. Так, тут есть свет, это хорошо. Света здесь немного, это нехорошо. Надеюсь, тут не будет никаких невидимок. Не придется мне Отпусти! Надо его как-то это законтролить. Все. Блин, ловушку. Забыл я про ловушки, как давно не было ловушек. Куда же я отсюда выйду? И надо внимательно смотреть за канделябром. Все. Не, в темноте мне явно не нравится бегать. Очень мне не нравится бегать в темноте. И эти враги мне тоже не нравится. Там же кто-то стоит, да? И кто это? Кто-то? Что за дрянь? Блин, а как мне его убивать? 30 тысяч соли почти он у меня забрал. Зачем я начал его трогать? Надо было мне хоть этого хранителя своего поставить. И он меня с двух ударов убил. Я подумал, это этот с щитом, который там где-то в крепости бури были. Сейчас опять этих, блин. И туда долго идти-то. Жесть. Какой-то жесткий тип. Не, ну сейчас-то мне теперь по-любому надо пробовать его убивать. Потому что у него моя соль. Может быть, как-то с лестницы. Я просто даже не видел, что он там сделал, как он на меня. Он на меня прыгнул и убил с двух ударов. Отвали! Ну куда ты собрался, малой? Так, убили. А это не Крайкан? Ухо хранителя пещеры. Нет, это какой-то хранитель пещеры. А что это за пещера? Что это за место вообще? Так, вот я опять. Там? И где он? А вот, собственно, и он. Теперь я подготовлюсь. Подготовлюсь. А вот это улучшенное зрение мне не поможет? Не, не поможет. Ставим хранителя. Берем лечилки. Ёлы-палы, хранитель вообще бесполезен. Так, значит... Ну что ж, я могу здесь только один вариант. Мне надо поменять... Сюда поставить палочку. Сейчас попробуем. Вот, если я меняю на копье, я зажег факел,
Я не могу стрелять. Потому что факел берется за место палочки. Так, а если я палочку поставлю... Нет, палочку только туда можно. А если вот так... Вообще кулаками сражаться. Так, а что же мне с ним сделать тогда? Как мне его убить? Пойду посмотрю, может тут есть какое-нибудь сохранение. Не, ну без факела это вообще не вариант. И надо обратно ставить тогда копье. А что, можно использовать и посох, и палочку? Нет, нельзя. Да что ж ты будешь делать-то, блин? Как в темноте мне тут проходить? Ну, полезли наверх. Может, будет тут какое-то святилище. А может, меня и убьют тут. Просто знать бы, сильный этот чувак или не сильный. Но сейчас с моими этими он стал явно сильнее. Даже если он был совсем не сильный. Но тут пока что без врагов. Куда вот я выхожу отсюда? О, а я тут никогда не был. Или я тут был? Не, я тут явно не был. О, новое местечко, значит, должно быть святилище. Это какой-то пляж. Какой-то бич. Звездная спираль? Это оружие, наверное. Да? Нет, это не оружие. Это не заклинание. А, это оружие. Копье 3. Магия 2. Молнией может стрелять. Но мне, чтобы ее носить, надо копье 3. Нормально такие предметы пошли. Не для одного класса. Так, святилище, святилище, святилище важно здесь найти. Пойду пробегусь по пляжу. Здесь светло. Но надо помнить, что соль там, она лежит еще. У этого чувака. Форт за болотом. Так. Всадники. И чё, всадник сильный какой-то попался. Хорош! Ты же можешь без блока ходить, я знаю. Вы, копейщики, поумнее будете, чем эти с мечами, дебилы. Всё. Ничего там нету? Ничего нету. Форт за болотом. Отлично, новая локация. Сколько еще тут локаций будет? При том, то, что я их все-то полностью так и не прохожу. И тут вообще, вон, я видел святилище наверху. И тут наверх можно залезть. Так, и это святилище чье? Теплая булочка, голубой кристалл. А что это за святилище? А давайте-ка дадим обед, может быть? Квесты, то, что выполнял, да хрен с ними. Какая-то черная сфера, может это магия? Так, плохо, что сохраниться нельзя. Дать обед. А, дать обед горные оружейники? Конечно, нет. Не надо мне горных оружейников. Так, ты можешь мою трость? А, я еще не нашел эти.
купить, а может у него посохи нету. Ничего у него нету. Просто бесполезный. Ну ладно, это хотя бы святилище. Здесь надо аккуратно. Аккуратно. И все? О! Как я придумал. Черная жемчужина, рюкзак, соли. Здесь я могу спокойно спрыгнуть, да? Да. О! Колокольчик возвращения. Не-не-не, не надо прыгать. Так, что дальше? Отсюда я пришел, и там ничего нету. Сверху я побывал. Там я побывал. Забыл про них. Так, да лежите, не вставайте, ребята, не вставайте, прошу вас. Ухо гнилого рейдера. Еще где-то тут вот можно куда-то забраться, да? Какой целью, интересно, сейчас посмотрим. Он с целью сундук. Теперь я буду сундуки проверять. Так, какие-то варадзаси на кидзаси. Не могу, да? Потому что это легкая броня 2. Ну и ладно. Пучок волос, боевой рог. Что у нас дальше? Дальше лодка. Еще одна лодка. Мне сюда опять же не надо. Пойду я убивать того чувака с моей солью. Ох, как хорошо я сейчас по нему прошелся. Давай, давай, давай. Да не глупи. О! А урон-то что надо у него? Урон-то что надо? Готов. Вот это вот сожрем. Кошельки соли сейчас надо будет все использовать. Фига, как он кристаллики разбивает. Так, молнию возьму на всякий случай. Ну, сейчас я все на него поставлю. Надо просто его нон-стопом как-то пробовать бить. О! А, я отсюда пришел, да? А что-то ее даже не видно там, этой штуки. Ладно, сбегаю и гляну еще, что вот тут. Здесь должен быть какой-то тупик. Либо здесь должен быть какой-то путь то ли обратно... А! Все, как научусь барьеры убирать, так сразу приду, да? Но там я выхожу обратно куда-то. Туда, где я был, мне кажется. Снова в тьму. Так, а тут я... Вот здесь, да, сейчас будет этот тип? Нет. Это что, я так долго поднимался? Что-то я забыл этого. Вроде только что было. Ой, а тут опять эти появились, да? Светильники. Ну ладно, убьем. Ой, а что ты не умер-то? 5 выстрелов же сделал. Где светильник? Че, он погас, что ли? Он ушел? Он ушел к этому. Ушел к рыцарю. Ну и че? Долго стоять там будем? Так, как вариант попробовать сейчас чуточку пострелять. Во-первых, восстановить здоровье. Блин, неудобно с этими теплыми булочками. Этого я создал. Вот, он мне подсвечивает рыцаря нашего. Так, раз удар, да? Жрем.
Ладно, хорошо, что он светит там. Может быть, сейчас смогу убить. Давай, подсвечивай. Умирай! Ну, пожалуйста, умирай! Я не вижу ничего. Так. Ну, я по нему уже нормально выстрелов сделал. Так, у меня есть вот эта штука, дикий огонь. Он его дамажит. Или не дамажит? Дамажит. Сейчас я его так и убью. Где он есть? Ага. Берем снова дикий огонь. Вот, надо, чтобы он вот тут был. Вон, я вижу, что ему урон наносится. Так, а молнии? Оу! Молнии тоже нехило его бьют. Да сколько ж у него здоровья? Огонь 60, но огонь вроде посильнее как. У меня так маны не останется. Это что, типа... О, убил. Это предпосылка к тому, что мне сюда, типа, рановато идти в ту сторону. Приказы короля. Так, применить. Мешки соли разбиваем. А вот приказы короля... Я даже не знаю, что это такое. И где это искать. А. Кузнец может использовать воспоминания для улучшения оружия. А мне какие-то там нужны припасы героя были. У меня 50 тысяч опыта. Этого фонарика мы убили или не убили? Я посмотрю, если еще такие черти будут, то... А, все, в принципе, здесь тупик, да? Он охранял мешочек. Но это должен быть очень крутой мешочек. Божественная воля, молитва. Какая-то классная, скорее всего, молитва. Так, ну что ж. А... У меня теперь остается два пути, да? Либо вправо плыть на остров, либо вот здесь плыть на остров. Ну, так как я тут рядом, здесь и поплывем. Может быть, это вообще один и тот же остров. То есть можно либо оттуда, либо отсюда. Бежали. Тут, по-моему, будет только все, можно факел гасить. Один тут рыцарь, да, по-моему, будет. Или и рыцаря даже не будет. И рыцаря даже нету. А эти ребята? А! Ну правильно, до святилища-то я еще не добежал. Я же в святилище не заходил. А святилище-то вот здесь где-то. Блин, уже вот столько способностей, путаешься. Время от времени между ними. Повысить уровень раза 4, наверное, да? Ну да, 4 раза сможем повысить. Да, с доспехами, конечно, жесть. Ну, блин, легкую броню один-то я могу взять. А, все. Древо навыков. 4 навыка. Все в ману. Ой, в магию. Больше урона... Так, подождите. А убрать, если? Нет.
Просто вот, просто я не могу. Ни это, ни вот это. Но при этом могу, наверное, вот это. Вот этот лук. Но с самого начала идти... Ну, хотя бы можно броню 2, да? До брони 2. Там 3. Ну, давайте дойдем все-таки до брони, я думаю. Так, там сила воли, либо ловкость. Мне через силу воли надо идти. А, владение кнутами тоже не могу. Вот это я не могу. Это могу. А, все, я понял. Потому что мне надо вот это взять, убийца. Охотник. Легкая броня 1. Посмотрим, потому что мне кажется, все же я ошибаюсь. Вон там опять сила воли. Сила воли важнее для меня, чем ловкость. А мудрость... Где-то... А, ловкость повышает... Ну-ка... Максимальную выносливость. Выносливость это зеленая или белая? Это зеленая. Мудрость повышает эффективность молитв, а также оружие, зависящего от мудрости. А вот какое оружие зависит от мудрости? Тоже непонятно, нужна ли мне эта мудрость. Ну ладно, тут вот будет припарка одна. Так, теперь погнали. Поплыли на наш остров. Посмотрим, что будет там. Могу ли я вообще отсюда плыть-то? Безопасный путь вокруг бухты. Мы рискнем пойти на восток, дружище. А, на восток, а там на запад. Да, пошли. Мы обойдем вокруг. Посмотрим хоть что это такое, куда он нас привезет. Так. Дальний пляж. Посмотрим, что у нас на дальнем пляже. А, погодите. Это он меня привел сюда. То есть я ни на какой остров не плыву? Я могу просто с одного места на другое переплыть? На запад? Нет. А я думал, он на остров поведет. А что же мне теперь делать? У меня для меня путь закрыт. Тут продолжения нету. А, ну единственное, что я только могу с помощью этого прыжка где-нибудь перепрыгнуть. Поставили гида сюда, чтобы был. Так, может быть, как раз-таки тут я и смогу перепрыгнуть. А может, и не смогу. А, тут еще где-то был путь, где можно было просто прыгнуть, да? Вот тут вот, типа. Это все тот же зиккурат праха. Притом, вон с той стороны есть лестница. Но тут стена. Посмотрю, что там. Ну да, можно так побыстрее перебираться. Но спрыгни ты, нельзя спрыгнуть. Вот, здесь тоже есть лестница. Но тут то ли тупик, то ли опять барьером закрыто. То ли я что-то не заметил. Вот где я смогу теперь перепрыгнуть. Рискнем? Рискнем. Опа. Замечательно. Наверху кто-то летает.
Это поганая дрянь, которая меня может убить с одного выстрела. Так. Там ничего нету. Янтарный идол. Надо найти теперь тут святилище. Не хотелось бы здесь умирать. Еще один прыжок. Перепрыгнули. Не, вот эти прыжки мне на самом деле не нравятся. Вот они опять. Эти дряни. Красный осколок. Они наверху так висят, что их особо не видно. Опять эти прыжки. Значит, никакого острова нету. Получается, я уже где-то близок к завершению, наверное, да? И мне, может быть, остался там... Да хотя, погодите, там еще зиккурат исследовать и исследовать. Или нет? Так, здесь можно пере... О! Вот надо вот сюда зайти, там что-то есть. А, тут надо прыгать с факелом. Куда? Ну нифига себе. Валился. Так, ну ладно, новый путь у нас есть, соль мы свою вернем. И продолжим, ребята, тогда уже в следующей серии. Если понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать следующие выпуски. С вами был Фибоначчи, и пока-пока.